дорогие друзья, сейчас давайте помолимся о тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Служба сотрудников органов внутренних дел – одна из самых сложных, трудных и благородных профессий. Каждый рабочий день связан с риском, а иногда и с угрозой жизни. Участники митинга почтили память минутой молчания погибших при исполнении долга. К мемориалу по традиции возложили цветы. Сегодня честь днем МВД России по решению Ассоциации Краснодарской краевой организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних работ России было принято решение о возложении цветов, венков на память павших сотрудников МВД. В Анапе у памятника высажена аллея роз. Волонтеры добровольной пожарной охраны присутствовали и помогали в организации памятной акции. Эта церемония стала одним из мероприятий в честь профессионального праздника полицейских. В эти дни мы не забываем и о тех сотрудниках, которые ушли из жизни, погибли при исполнении служебных обязанностей. Мы стараемся помнить о них и в дни празднования Дня сотрудников внутренних дел в том числе проводим мероприятия, связанные и с памятью о сотрудниках. По возможности заботимся о их семьях, постоянно поддерживаем взаимоотношения, помогаем, чем можем. Совсем недавно в России милиция была переименована в полицию, поэтому День милиции автоматически перестал существовать и появился праздник с новым названием – День сотрудника органов внутренних дел. Праздник имеет свои традиции, которые сложились за много лет. Независимо от названия, они будут соблюдаться и впредь, ведь это действительно главный праздник для сотрудников правоохранительных органов.